Актер и бодибилдер Александр Невский часто называл себя русским Шварценеггером и неоднократно хвастался дружбой со звездой «Хищника» и «Терминатора». Многие считали, что Невский преувеличивает, и дело ограничивается парой совместных фотографий. В частности, его не раз за это высмеивал главный фанат американского актера, блогер Евгений Бэткомедиан, выпустивший обзоры почти всех фильмов с участием кумира. Но угадайте, кто пришел к Невскому на день рождения? Сам Шварценеггер, а также Ральф Меллер, известный по боевикам «Лучшие из лучших 2» и «Гладиатор». Вместе они отпраздновали 50-летний юбилей Невского в калифорнийском ресторане. Шварценеггер подарил русской копии свою фирменную одежду и мерч по «Терминатору», и в подписи к подарку назвал Невского друга. Вот что по этому поводу сам Невский написал в Инстаграме. «Я начал день рождения с моими друзьями и кумирами, без которых я никогда не добился бы успеха в бодибилдинге, шоу-бизнесе и Голливуде. Также я благодарю всех за многочисленные поздравления и добрые слова. В общем, шах и мат, ненавистники. А если вам мало контента с Невским, обязательно посмотрите трейлер нового вестерна «Нападение на Рио Браво», выход которого запланирован на 22-й год. Увы, в этот раз обошлось без сгущенки, зато в фильме Невский стреляет сразу из двух револьверов.